Друзья, всем привет! Рад сообщить о том, что я наконец-таки опять вернулся в трансляцию после такого долгого, так сказать, промежутка времени, которого ничего не выходило по этой игрушке, да и вообще по остальным этим играм. Были такие обстоятельства, такая ситуация была, что ничего у меня не писалось. Вот. И-таки о чем-таки сегодня поговорим, о том, что наконец-таки восстановится все, что у нас было. Это восстановятся конкурсы, появятся новые задачи, появятся новые конкурсы, появится много новых видосов. Короче, и все, кто захотят побывать в видосе, вы обязательно пишите. Пишите в комментариях под видео, пишите мне. Вот. И чему? Что еще? Что еще замутим? Да можно много чего замутить. Много чего впереди будет. Вот. Обязательно будут, конечно же, трансляции по игрухе, где вы там все... Мама, привет, я в Ютубе. Вот. Шуточки. Вот такие вот пироги. Честно, уже давно сюда не заходил, уже вообще ничего не помню, интересно. Вот. Покатать на чем не катал, покатать хочу сегодня. Че это, че? Нет, на этом я катал, мне это не интересно. Вот какая-то S14, машинка, походу, так себе. Так сказать, начальный требуемый уровень 6. Какой у меня 78? Тоже неплохо. Давайте чуть-чуть ее потюним. Так, покрасим кузов. В какой кузов покрасим? Черный сделать, черный бумер. Ну, правда, это не бумер, конечно. Но все равно ничего так смотрится, такая машинка-то. Вот. Так. Блин, ну это мой, конечно, любимый цвет, но не на все же машины. Давайте вот такой серенький будет, серенькая покраска дисков. Красить нам диски, не красить. В черный какой-нибудь покрасить, да и все. Да? Или нет? Черный. Да, нормально черный смотрится, черный пускай будет лак. Только не матовый. Что-то он вообще не смотрит. Вот это еще куда не шло. Хром возьмем. Обвесыч. Спойлеры. Ну, ставим, конечно. Че бы нет. Лишний груз. Недогруз. Так. Это тоже поставили. Так, кепку на крышу поставили? Нет, не поставили. И кепку поставим, давайте. И воздухозаборники поставим. Они только одни, да? Ну, печально. И воздухозаборники пускай будут. И обвесыч. Спорт. Чё так смотрится? Чем-то даже, если честно, на Eclipse и Skyline похоже. Суперспорт. Вот такая мощная, прям. Все, ее берем, все, ничего не знаю. Так, тонировка. Конечно, давай затонируем. Черный. Цветной дым. Надо нам цветной дым? Или не надо? Ну, пускай такой будет. Я такой еще не ставил. Посмотрим, как оно смотрится. Диски. А дисков, как я помню, здесь порядком так на выбор. Да, ничего так. Ништяк. Дын. Где-то такие, что ли, поставить? Не такие. Или такие. Блин, машина мощная. Давайте. Не такие. Что-то я не знаю. Вот такое, ладно. Потянет. Так. Диски поставили, неон. Сейчас замутим тачку тут. Такую. Такой агрегат сделаем. Какой ему цвет неона сделать? Давайте, наверное, что-то такое. Пускай синий. Ну-ка, вот такой синий. Нет, темно-синий пускай будет. Потянет. Потом, если что, поменяем мощность. Коньяк. Вот мощность обязательно сразу поставим максималку. Чё? Это парится. Там привыкнем с мощностью. Сойдем. Так, оп. А, пуск. Ну-ка, ужасно. Вот так вот. Вот так вот пойдет, я думаю, да? А, развал перед.
Ну, блин, ну вот так вот сделаем, я думаю. Вот, вот так. Все, четенько. Четенько, четенько. Подвесочку настроили, назад. Все, что ли, машину затюнинговали? Блин, давно его в игрухе не было. Мне почему-то показалось, что здесь намного больше тюнинга. Ну да ладно, машинка, в принципе, вообще отлично, улетно выглядит. Так, обзор гаража. А ну-ка, давайте посмотрим на нее, вот так побегаем. Ох, вообще точило. Такая прям, блин, мне бы сейчас такую во двор. Я бы сейчас здесь не сидел точно. Ох, вообще прям врум-врум. Ну-ка, а там что есть внутри? Внутри. Я вижу только дверцы. А еще что-нибудь. Блин, тонировку поставил, ни хрена не... А, вон руль, вижу руль. Дайте мне к рулю подойти. И вообще, дайте мне машину открыть. Эх, нельзя, а. Ой, прыгать можно было. А раньше, по-моему, прыгать нельзя было. Прикольно. Теперь можно так. Так, подойди, так, подойди. Фух. А на машину могу запрыгнуть? Ой, я и на машину могу запрыгнуть. Вообще ништяк, по машине бегаю. Вот. Ладно, чё. Ай, чё шутейки шутить? Не смешные. Поедем сразу фристайл и... На нашу всеми любимую, блин, шоссе, которую все обкатывают прям как не знаю что. Ну, ибо где ты еще заработаешь очочки? Всем привет, ребят, всем привет. Никого из них не знаю. Влад Батюшкин, Елена Фатиева, Иван Логинов. Первый раз всех вижу. Вот. Ух ты, ну слушайте, однако так симпотно выглядит и достаточно интересно идет. Блин, размазался. Да. Все заново привыкать, учиться и чокове. Ой. Нам вот такие вот пироги. Кстати, ребят, если у кого-то есть там, я не знаю, какие-то приложения по конкурсам, пишите мне, обязательно замутим с вами все, вообще будет все четко. Вот. Вот, так, кстати, не забудьте подписаться на мой новый канал, чисто мой канал, вообще там просто, ну, только им, я только им занимаюсь, вот. Можете подписываться, мне будет, конечно, очень приятно за ваши подписки, за кто чего будет писать, в общем, вот. Давайте, давайте, я вас жду на своем канале. О, кто-то там был, это, СТП, дайте мне развернуться, какой-то Club Gamer. О, вот они, чуваки, стоят, все такие... Коммент. Воу, чуваки. Вон, врум. Не хочу врезаться ни в кого. Влад Батычкин. Ребят, как стоится? Нормально стоится? Оп, боком. Эх, скорости не хватает, ну ладно. Поехали дальше, проедемся, один кружок докрутим. Ну, в принципе, машинка нравится, к ней можно привыкнуть. Ой. Я, походу, так вообще не доеду. Ладно, поедем вообще прям тихонечко по правилам. Так хрен нахрен, какие правила вообще, алло. Да, правильно, забор сноси, давай еще это, землю вскопаем. Почему бы нет? О, какой-то чувак прилетел. Здорово. Пока я сейчас сдохну, плак-плак. В смысле? Ты сейчас сдохнешь. Нет, ты что? Нет, не надо. Не надо. Погоди. Не уходи от нас. В смысле что? Я говорю, не уходи от нас. Зачем тебе вздыхать? Лол, ну конечно, может быть и смешной. А, блин, так, все отлично, все, я здесь. Динг-динг-динг, да. Не, что-то надо с этой машиной перенастроить, я, блин, не могу я так. В гараж валим. Либо просто, у меня уже руки давно к другому делу приделались. Сидел тут, видосы лепил. Другими делами был занят.
вообще не до игрух было. Так, заходим в тюнинг, давайте подвес еще немножко поменяем как-нибудь. Вот, вот так вот. Чуть-чуть добавим заднего развала. И все. И все. И поедем дальше. Только на другую карту. Он какой-то Джухай, я не помню вообще, что за карта. Сейчас вспомню. О, точно, это же эта же карта. Всем привет, всем привет, всем привет. Дмитрий Рабочий, Рабочий. Александру Переверзев. Данил Гумаров. Ну и фамилии я вообще не могу. Эдуард Мариневич. Или Мариневич. Нет, Мариневич, скорее всего. Как дела, как жизнь? Как дела? А, деда, ага, дела. Как катается. Ой, блин, я забыл. Здесь же на шифт еще закись азота есть. Вообще крутяк. А, блин, вот. Вот почему за рулем никого нет? Мне надо туда человека обязательно. Я прям не могу. Мне прям... Я вижу этот пустой кузов. Мне аж страшно становится. Думаю, что происходит? Чего ты срезал дорогу? Блин, сорян, я не... Или ты это не мне? Я хрен знает. Чего я срезал дорогу? Ну, получилось, а так. Получилось и срезал. Просто чуть-чуть. И... Ага, они какие-то веселые ребята попались. У них чуть-чуть и... Чего срезал? Понятно, понятно. Ольга Долгих. А, что-то половина ребят ушло. Жук-жук. Нет, ребят. Надо мне все-таки вспоминать. Ладно, короче, до следующего видоса. Я сейчас покатаюсь там. Приетываюсь. Примастырюсь, так сказать. А то что-то вообще не прет. В натуре. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой новый канал, который называется GZJockey. Вот, Game Channel, полностью название вот такое идет. Также можете в группу ко мне подписаться, если хотите, там, как бы, и туда видосы выкладываю постоянно. Также еще и в Одноклассниках, и, блин, и на Фейсбуке. Но это уже у кого там, как по желанию, кому может удобнее не на Ютубе сидеть, так сказать. А он ВКонтакте зашел в группу, такой, хоп, глянул видос, себя увидел, такой, вообще ништяк. Все. Вот, ну ладно, давайте, удачи всем, до скорой встречи. Во, смотрите, какая тачка. Руслан Бондарчук. О, слушайте, Руслана я помню. Фига он там это, какой там 203 уровень. Молоток вообще. Ай. Или это не Руслан Бондарчук был? Блин, не помню вообще, но я помню, что топчик, когда составлял, там был Бондарчук. Да. Бондарчук был. Что-то закатался, заобщался, ладно. Еще раз всем пока, всем спасибо за просмотр и всех рад снова видеть.